проснулась утром, чуть ли не умираю, потому что всю ночь я просыпалась от своего же кашля, от того, как сильно болит мое горло. Оно вот немножко со мной не дружит. Мы, короче, сейчас едем. Едем сейчас покупать скатерть на стол, потому что мы старые две выбросили. Они нам отслужили реально уже целый год. И сейчас едем новую покупать. И, в общем, я лучше не буду говорить, потому что видите, что происходит сейчас с моим голосом, да? Зайка, я так сексуальная, да? С таким голосом. Жду любимого мужа с пиццей. Приехали в Сирпорку, заказали. Ожидаем, пока нам испекут. Ездили, купили скатерти, купили три. Сейчас подумаем, какую мы сейчас используем. Какая у нас будет первая. Такие вот дела. Очень устали. Потому что очень сложно найти круглую скатерть того качества, которое мы покупаем. Он идет. Несет? Да. Великі думки нагороджуються в серці. Вкуснятинка! Что-что? Великі думки нагороджуються в серці, да? Да. Класс. Ну что, ребят, наконец-то мы застелили красивую скатерть новую. А, у нас вот, сейчас вам покажу. У меня когда-то была такая вот на день рождения, у меня она была. Вот это, ну потом мы ее пропалили чуть-чуть. Вот, купили одну такую скатерть. Вот, она такая. Красивая, короче, она. И купили одну вот розочки тут. Такие кружево. Короче, красивенько все. И вот купили еще вот такую. Вот она такая. А еще у нас была вот, вот это и вот это вот. Так что все, мы купили. А потом мы нашли еще другое качество, еще чуть-чуть получше, но мы уже это купили, так что в следующий раз купим другого еще качества, попробуем, которое потолще. Ну, я очень довольна, потому что она порвалась, хотя она реально год, день-день, вот, вот та белая, она была по праздникам у меня, а вот эта вот день-день целый год прожила у нас, так что шикарно. Идем в кровать, потому что, блин, мне очень хреново. Сейчас пойду развешу, конечно, новое белье, потому что не все поместилось. И будем пить чай и дальше лечиться, потому что это вообще какой-то ужас. Ужас просто. Просто ужас. Где мой? Зайка, кто аптечку открыл? Ты и не закрыл? Нет. Что значит нет? Нет. Кто ее выставил туда? Я же почему думаю? Вообще-то ты. Это не я. Ну спрячь. Давай. Хорошо. Я пошла развешивать белье. Нельзя развешивать, ты что? Давай, прячь. Я нельзя развешивать. Еще вот такие вот у нас дела. Вернись в кровать. Блин, какой ужас. Ненавижу болеть. Кто придумал вообще болеть? В детстве обожала, потому что в школу не надо ходить целых 2 недели, 3 могла болеть, и в школу не ходить год. А тут, блин, заболела и уже ненавижу в первые же дни эту болезнь. Так что вот такие вот дела. Ребят, я заболела. У меня температура. Это ужас. А зато завтра я дома, Андрей идет в колледж. Шикарно. Блин, на самом деле очень не люблю болеть. Не болейте. Держите себя в руках. О, боже, эта температура, это просто ужас какой-то. Сейчас буду пить чай с лимоном и апельсинчиком и лечиться. Я держу, держу. Давай, 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 давай. За хвост его, да, вот так вот по жопе его. Кусай. Давай нападай! Мика, давай! Я держу его, давай!
Ну-ка давай! На, на! Куси! Давай, Мика, давай! Давай, давай, давай! Пошла, пошла, пошла! Пути кота, он сейчас его... Он сейчас Мику убьет. Бедная Мика. А я теперь буду играть в Sims. Мне можно. Я болею. А я буду смотреть Слендермена. Я буду играть Слендермена. Я в нашу семью буду играть. А я буду в Слендермена. Смотри, а я буду слушать, как он смотрит Слендермена. Да. Да. Зайка, ты готовишь мне кушать? Я? Я только чуть-чуть помогла. Я это, соусы наделала, то, что надо, как заправить. Ну так ты самое главное сделала. А самое главное, это не спалить, не сжечь. Да, спалить можно потом отчеркать. У нас же тут есть тем более этот самый, шкурка. Мне показалось, что кот, а это пенёк. Да, мне тоже показалось сначала. О, фонарик даже есть. Да, я тут все поустанавливала. Обнимай меня. Было хорошо. Так что ты тут жаришь нам курочку? Да, такое. Да? А у меня спала температурка и был очень-очень вкусный чай. Да? Угу. Сделать мне еще такой вкусный? Угу. Девушки холодные, беги в дом. Короче, чуть-чуть вышла подышать свежим воздухом и понюхать курочку, так что пойду уже в дом. Моя зайчика. Эта штучка, главное, чтобы не спадала. Ну что, ребят, я поиграла немножко в Sims. И оказалось, что уже без 20 час, поэтому мы сейчас будем ложиться спать. Я уже смонтирую влог завтра. Поэтому вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю очень-очень всем. Спокойной ночи. Пока-пока.